27 ноября, на пороге студеной зимы, Россия отмечает один из самых теплых праздников – День Матери. В замечательном торжестве, организованном по такому душевному поводу Управлением социальной поддержки населения и труда и районным домом культуры, приняли участие и наши корреспонденты. Мамы разные нужны, мамы разные важны. На сей раз на празднике чествовали творческих мам. Тех, кто занимается рукоделием и декоративно-прикладным творчеством, живописью и кулинарией, поет, танцует, пишет стихи, преображает мир делом, словом и своей лучезарной энергией. Для многих таких мам творчество даже не хобби, а повседневная жизнь, так как работают они в сфере культуры, в сельских клубах, школах искусств, кружках и объединениях для детей и взрослых. Мама четверых детей Лилия Мирчевна-Филиппова заведует Гребовским сельским домом культуры и даже серые будни умеет превращать в яркие праздники. А Нина Юрьевна Федорова руководит танцевальным ансамблем районного дома культуры «Задоринка». Младшему из ее воспитанников всего 3 года, а старшая группа уже не раз радовала некрасовцев своими интересными танцевальными композициями. Мама 3 дочек Вера Федоровна Пономарева делает из ткани и пластика настоящих кукол. А 3-жды мама Лидия Ивановна Чистова скормила не одно поколение некрасовских ребятишек. Она заведует столовой некрасовской средней школы. Молодая солистка Бурмакинского дома культуры Нелли Бычкова стала мамой совсем недавно, в марте этого года. А некрасовские мамы Юлия Тарутина, Ирина Кринкина и Людмила Люманова родили по 2-му ребенку и получили из рук начальника управления пенсионного фонда по Некрасовскому району Вероники Никитиной сертификаты на материнский капитал. Много благодарностей и добрых пожеланий прозвучало в адрес виновниц торжества. Но самые трепетные и трогательные слова адресовали они своим мамам. Есть это чувство «мама», оно не покидает нас никогда. Рядом наша мама или ее с нами уже нет. Говорят, пока наша мама с нами, мы дети. Кроме поздравлений и творческих презентов, все участницы праздника получили подарки от главы района. Но главной радостью для всех мам, конечно же, были дети. Пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет.